Поездка на поезде Москва-2019 по большой кольцевой линии от станции Кленовый бульвар. Поезда типа Москва выпускались метровагонмашем с 2016 года и выпускаются до сих пор. Поезда типа Москва можно встретить не только в российских метрополитенах. Их также можно встретить в узбекском и в азербайджанском метрополитенах. Также ожидаются поставки в Беларусь на Зеленолужскую линию. Платформа сразу. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Базовая модификация Москвы впервые вышла на Таганско-Краснопресненскую линию 14 апреля 2017 года. Тележка у поезда от вагонов АК. А также от вагонов АК тележка у поезда 81-775. Поезд Москва получился крайне удачным из-за своей конструкции. Вторая модификация Москвы.2 вышла на Филевскую линию в 2018 году. В первом вагоне сиденья сделаны, как в электричке, специально для открытых линий. Там они вытеснили вагоны типа 81-740.1 Русич. Конкретно данный тип – это Москва-2019. Именно ее можно встретить на Сокольнической и Некрасовской линиях. Данный поезд из электродепо Руднева, которая находится на Некрасовской линии. В Москве поезда Москва можно встретить на Сокольнической, Калужско-Рижской, Таганско-Краснопресненской, Некрасовской, Филевской линиях. Поезд снимаю. 775-ю решил оставить на потом, так как она и так часто здесь ходит. А 2024? Снял я уже. Снял? Я еще вчера на параде был, уже два раза. И сегодня. Но сегодня я с утра еще. Мы, кстати, сегодня Алису ловим. Я тоже. Мы за ней сейчас едем. Ты тоже? Нет, я снимаю, но я тоже ее видел. Мы смотрим стрим, прикидываем, где она. Она должна быть где-то на текстильщиках, либо печатниках. Мы должны ее нагнать, она на сельдер в Москву дочитывается. Она сейчас здесь. Она, вот смотри, она в Русичи уже. Ну и без Смоленской станции пока. Поезда типа Москва также успели поработать и на большой кольцевой линии. Работали они в 2018-2021 годах
а также и в 2023, когда была нехватка поездов Москва-2020. Платформа справа. Переход на Люблинско-Дмитровскую линию. Выход к железнодорожной станции Печатники, второй диаметр. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Текстильщики. Платформа справа. Будьте вежливы, уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. До 2021 года ходили слухи, что поезда Москва могут ходить в тбилисском метро. Но грузинский метрополитен разорвал контракт с метровагонмашем. Thank you.
впервые в метро в поезде Москва установили сиденье прессионного типа. Подозрительных предметах сообщайте машинисту. Thank you.
станция Авиамоторная. Наземный переход на Калининскую линию и третий диаметр. Thank you.
станция Электрозаводская. На зимний переход на Арбатско-Покровскую линию и третий Вялино. Thank you.
Поездов это когда все поезда выезжают на кольцевую, там обслуживают большую кольцевую линию. И можешь прокатиться от самого старого до самого нового. В данном случае оператор это Москвы 2024. Выезжает в большую кольцевую линию. В данном случае может прокатиться от самого старого до самого нового. А снимаем мы для себя. Это как история будет. А это поездка. И я выносливый, уже восьмой поезд снимаю. Да. По час 30 уже 8 раз стою. В этом-то прикол.
Уважаемые пассажиры, будьте осторожны, поезд отправляется.
Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – ЦСКА. Для вашей безопасности держитесь за поручень. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Хорошовская. Будьте вежливы, уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Thank you.
переход на станцию Полежаевская. Наземный переход на станцию Хорошова, МЦК.
Макеева. Платформа справа. Сообщайте машинисту.
открываются. Следующая станция – Давыдково. Платформа справа. Спасибо.
Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Мичуринский проспект. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Thank you.
Thank you.
Москва, это следующая станция Варшавка.
Станция Каширская. Переход на Москворецкую линию. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Кленовый бульвар. Перехода справа. Итак, это была поездка по большой кольцевой линии на поезде Москва-2019 от станции Кленовый бульвар. Всем спасибо за просмотр этого видео, всем спасибо и всем пока!